Всем привет! Вы на канале Easy Style Balloon Spati, и мы с вами будем делать сегодня вот такую красоту. Сейчас я вам покажу ее целиком. Вот такую красоту. Ну, это еще не законченный вариант, на самом деле. Тут будет еще несколько шариков с надписями и так далее. Но вот, как бы по сути, мы будем делать с вами вот такое творение. Кстати, тут будет... Тут будет завесочка сзади, как фон. И с этой занавесочкой я сейчас вам покажу лайфхак, как можно сделать занавесочку вообще без проблем. Ну что ж, в следующем видео вы увидите, как можно без проблем сделать занавесочку. А пока я начну и покажу вам, как делают вот такую вот красоту. 2 метра диаметры, не в радиусе, не знаю, диаметры. Вот. И по дороге будет несколько лайфхаков. Вот про один я вам расскажу. Вот очень удобный бассейн. Детский, да, он, извините, вот, он очень удобен, особенно когда вы на улице что-то делаете, что-то улетает, что-то разлетается, вот у меня там все, никуда не надо ходить, вот, это первый лайфхак, смотрите, как мы будем делать, вот, показывать я буду вам с этого места, сзади, вы будете видеть меня, смотрите, как мы будем делать вот именно такую красоту, и как, кстати, мы решим проблему того, что есть ветер, и она шатается туда-сюда. Очень интересно, куда ставить грузики, как поставить ножки и так далее. А я с вами, я вам напоминаю, что обязательно не забыть подписаться на канал, ставить лайк, естественно, комментарий и нажмите на колокольчик, потому что иначе вы не узнаете, из чего же все-таки можете сделать подставочку для занавески. В общем, ровно так же, как и подставочку для рамки. Поехали!